Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и мы продолжаем проходить кампанию «Бурлящий ад» в звездном десанте. Ну что, жители нашей доблестной федерации, готовы к новым свершениям нашей мобильной пехоты? Если да, то вжимайте свои лайки под этим видео, чтоб мы знали, насколько вы сильно любите демократию. Ну что ж, поехали на следующую миссию. Образец для подражания. Подразделение мобильной пехоты отправляется на Гиену и получает первое задание – провести отбор проб почвы в захваченном арахнидами секторе. Так, у нас тут есть еще ачивки, да? Убить 20 стингеров, используя дробовики, 2 гнезда стингеров, заряд взрывчатки. Вау, будет, думаю, интересно. Блин, на самом деле такая классная вроде как кампания, чисто визуально и концептуально, так мало миссий. Надеюсь, следующая кампания про городские сражения будет длиннее. Планета Гиена развивает производство благодаря геологической разведке ее адских просторов. Этим экспедициям за образцами вулканической породы постоянно угрожают арахниды. Но теперь на планете есть мобильная пехота, которая защитит бесстрашных работников. И мы это обязательно в порядке сделаем. Ну и пока игра грузится, хочу напомнить, что все жители Федерации поддерживают меня на Бусти, особенно эти избранные граждане. Если вы тоже хотите меня поддержать, переходите по ссылке в описании на мой Бусти аккаунт и выбирайте интересующий уровень поддержки. Спасибо. Федерация вас не забудет. Гиена. Так раньше называли ад. Название явно не просто так подобрали. Какова наша задача? Мы добываем образцы грунта, чтобы найти места для новых добывающих комплексов. Защищайте точки, пока ведется бурение. Какой уровень сопротивления нам ожидать? Нам сообщили о значительной активности арахнида в этой области, так что будьте начеку, капитан. Хорошо, мы будем начеку. Так, сюда идем. Я уже сразу вперед полетел. Так, нам дали офицера и автоматчиков. Офицер, давай как-то будь сзади, да? Так, поехали. Опа. Ну-ка, кидаем гранатки. Слушай, стингеры пока что самые мерзкие ребята. Вот прям действительно мерзкие. Такие мерзотные маленькие твари. Прям они меня, если честно, немножко вымораживают. В этом дополнении. Они пока что самые опасные, да? Они опаснее, мне кажется, даже скорпионов. Хотя, со скорпионами, наверное, никто не сравнится. Это самые мерзкие были враги. Прям самые-самые. Из оригинальной кампании. Они прям поджигали мою пятую точку похлеще, чем тут вулканическая активность. Так, автосейв. О, это полезная штука. Слушай, карта здоровая. Прям миссия надолго будет, да, походу? Ну, наверное. Так, гранатки туда, поехали. Отлично, это обычные жуки, не так ее уж и страшные. Как ты знаешь, когда, как с ними сражаться. Так, вперед, бойцы. Продвигаемся. Так, а вон у них, кстати, улей есть. Давай мы туда вот целеуказатель подкинем, чтобы было больше урона. Во, другое дело. Так, подкрепу мы запросить не можем, неоткуда. Хорошо, поехали. Чертовы стингеры. Слушай, их, они маленькие такие, но такие мерзкие, прям кошмар. Так, ну все, сейчас дело сделаем. Давай подойдем ближе, гранатку подкинем. Тепленько это, кстати, им оформим. Пусть они там развлекаются. А слушай, гнездо стрелять умеет? Нет, мне такое не подходит. Мне такая херня очень не подходит. Огонь. Блин, так они бесконечно там выходят. А мне, может быть, огнеметчиков бы дали, нет? Они бы очень пригодились нам тут. Ну ты глянь, как мы их долго убиваем. А новые твари все вылазят и вылазят. Мы еще теряем солдат потихонечку, кстати. Нам надо быстро к этой станции подойти, или что, что там, бур какой-то. Я надеюсь, мы справимся. Гранату туда. Хорошо. I'm doing my part, yes. Давай больше урона туда. Это же больше урона, да? Да, больше урона от юнитов, да-да-да. Слушай, они там реально без конца экрана выходят. А может быть у них какой-то лимит будет, нет? Видимо, нет. Это прям очень неприятная штука. Так, а тут сверху никого нет? Ну, теперь точно нет. Тут есть только проклятые арахниды. Отлично, у нас, кстати, у офицера гранатомет подствольный. Шикарная тема.
Вперед, бойцы! Офицер, ну ты давай не будешь рисковать, а? Ты у нас один такой красивый. Будет очень большое расточительство тебя терять. Так, инженеры прибыли для установки бура. Как только они завершат работу, мы начнем добычу руды. А, нам пополнили автоматчиков. Хорошо. Так, ну поехали. Хотя бы теперь инженеры есть. Уже веселее. Так, бур автоматизирован. Просто защищайте его, пока добываем образец. Вибрация от бурения привлечет жуков. Занять периметр обороны. Сейчас у нас будут гости. Так, строиться мы не умеем пока. А отсюда будут нападать, интересно? Не думаю. Хотя вполне могут. Не, вот отсюда нападают, да-да-да. Так, пехота. Поехали. Ну, чисто отсюда ломится, да. Прям с холма. А, даже отсюда. Или... Я не совсем понимаю, откуда они идут. Ну, давай гранаты туда кидать. Мистер Граната разберется. С этими проблемами. Так. О, дружественный огонь пехоты повышать. Отлично, это нужная тема. Работаем, ребята, работаем. У нас очень много мерзких жуков в округе. Стингеров надо валить. Бур действует, я рад за него. Ну тут как бы тоже. Блин, а почему красная? Почему вы не стреляете? Схерали. Почему не стреляете? Вы типа друг другу мешаете или что? Я не понимаю. Давай, работаем, ребята. В поте лица, так сказать. Там огнеметчики просто жарят все. Так. Нет, элитной пока способности нет. Скоро будет. Так, дело сделано. Слушай, меня это напрягает, то, что у нас базы нет. Нужно ускорить операцию. Группа наших контрактников займется северными точками. А, контрактники. Вот как они сейчас называются. Со всем уважением, мэм. Мобильная пехота способна сама справиться с задачей. Да расслабься, федерал. Жуков на всех хватит. Ты к нам не лезь, а мы к тебе не будем. Солдаты, вперед! Сейчас мы покажем, как мобильная пехота делает свое дело. У нас что, гонка сейчас будет? Соберите пробы в четырех точках быстрее наемников. А, серьезно? Класс. Прям настоящий, так сказать, компетитив. Так, офицер. Офицер, офицер, офицер. Так, вот тут проблемки у нас есть. Туда гранату, пожалуйста. Ой, не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Тут мы, пожалуй, вместе будем работать. Так, инженеры, давай вы, наверное, сюда. Нам надо как-то наверх подобраться. А это очень непростая задача, как вы понимаете. Жарик всех, инженеры. Разрешаю. Да и полное добро жарить всех. Так, там еще ямы. Господи, как все плохо. Туннели жуков, в смысле. Надо радиостанцию срочно забирать. Надо подкрепу откуда-то брать. Но неплохо было бы еще гнездо выжечь. Это было бы прям очень классно. Блин, как же плохо, а? Огнеметчики у нас просто горят. Так, гранат эти, дробовички давай быстро сюда. Поехали. Поехали, парни. Дробовики нам тут сильно помогут. Дробовики, суки! Гори все огнем. Ну, давай, бафай. Слушай, что-то херово дробовики работают. Прям очень херово. Это прям меня сильно огорчает. Это прям большая беда. Первый образец в мешке. Мы тебя догоняем, федерал. Да блин. Я тебя вспомнил. Это ты вел жуков на Вайлоне. Прости, высокооплачиваемая работка не для тебя. Так, парни, быстро двигаемся сюда, к радиостанции. Нам это очень надо. Блин! Сейчас вы потеряете солдат просто так, да? Гранату туда, быстро. Да ты глянь, какая хрень, а? А мы можем подкрепу заказывать? Да! Давай подкрепу сюда, быстро. Прям очень быстро сюда надо подкрепа. Так, целеуказатель туда, поехали.
Сейчас еще ребятки выйдут. Так, прежде чем перейти к следующей точке, надо уничтожить этот улей. Да, я тут с тобой полностью согласен. Это прям жесть какая-то. Глянь, что происходит. Еле-еле урон идет. Прям еле-еле. Эти гребаные уроды, они меня так напрягают, эти стингеры. Прям ужас какой. Так, ну хотя бы у нас тут боевой офицер, если он неплохо так саппортит нам. О, отлично. Заряд взрывчатки. О, можно и зарядом взрывчатки взорвать этот улей? Ой, ёб твою мать! Помогите! Дробовики! А дробовиков нет сегодня, парни! Сегодня без дробовичков. Главное офицера не просрать. Это будет прям огромное расточительство. Да жгите вы, ёб вашу мать! Ладно, еще подкрепы сюда. Да какой же ужас тут происходит? Все, жгите эти гнезда. Блин, надо еще, ребят. Это прям, не знаю, какой-то перекресток смерти. Что происходит здесь? О, давай это, взрывать эту хрень. Не работает! Оно не работает! Кидай гранату и беги! Кидай гранату и беги! Там сейчас еще опять жуки повылазят, кстати. Вот будет весело. В скобочках нет. Кидай гранату, ёб твою мать! Блин, вы будете убивать этот улей или как? Ребята, очень надо убить его. Прям ну очень. Сейчас еще сюда твари повылазят. Вот будет весело. Да, там улей. Блин, сука, этот улей по мне стреляет. Меня так это бесит. Прям очень бесит. У нас все в КД. Все в КД. Поехали. Гранату туда. Так, ну мы почти все ульи свалили, кстати. Осталось чуть-чуть. Да развалите вы этот улей, ёб вашу налево. Видишь, они бесконечно тут спавнятся, сука. Во. Кошмары они поджигают жопу, эти стингеры. Это просто ужас какой-то. Не, серьезно, поджигают похлеще, чем эти скорпионы. Я думал, скорпионы самая главная беда, но нет. Оказывается, есть более мерзкие твари. Я, если честно, сильно недооценил. Так, командный центр, центр поддержки, все есть, хорошо. Надо еще эту улей тут чистить быстро. Там наемнички тоже развлекаются. Гранатку туда быстро. Хорошо. Так, ну, кстати, инженеров и одного автоматчика я оставлю. Офицера и этих автоматчиков берем с собой. Сейчас будем чистить улей. Мы тут не продвинемся дальше, пока улей не развалим. Во, пошло дело. Туда давай. Целеуказатель, все, а то сейчас парни помогут. Инженеры здесь тоже будут. На подхвате, так сказать. Так. Гранатка туда пошла. Блин, далеко. Тут самая главная беда, это, конечно же, гребаные стингеры. Поехали. И туда гренка тепленькая пошла. И тут дробовички. Все, чистим. А, нет, не чистим. Тут проблема, ребята. Тут огромная, сука, проблема. Перед тем, как мы пойдем тут чистить все. Тут огромная проблема. Так, ну, ребята, вы мне тут все тогда нужны. Рискуем, так сказать. Своими жопами, но... Зато припасы получили. Так, выжигаем все это дерьмо. Жги. Во. А давай попробуем развалить его так. У нас же есть ачивка какая-то, да? Пакет взрывчатки. Взрывай. Шикарно. Так. Фу, нихера себе. Вот это мы на пятачке тут времени потеряли, а? Там наемники уже вперед полетели, а я тут только-только прошел маленький кусок локации. Не, ну тут прям жесть, видели сколько ульев здесь, с ума сойдешь. Так, еще инженеров давай сюда, лишними точно не будут. Так, парни, поехали вперед. Это Фрейзер, следующая точка прям по курсу. Продолжим движение, когда зачистим долину. Давай, давай, зачищайте, уроды. Они, кстати, прям близенько, да. Но там жуков хватает. Блин, это что такое? Гейзеры? Да, тут, видимо, опасно будет.
Блин, мы не можем тогда давать приказы. Обидно. Но мы можем тут подгореть. Я так понимаю. Да, можем подгореть. Надо аккуратнее. Слушай, реально лавовые гейзеры. Опасная срань. Но если что, мы не тупые, мы рядом не будем становиться. Так, ребята, поехали. Работаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас бы не сгореть, как придурок. Блин, опасное место тут. Реально, везде гейзеры. Везде огонь. Так, вот впереди еще одно гребаное гнездо стингеров. Сука, как я их люблю. Так, офицер, помогай здесь. Автоматчики идут сюда. Так, инженер, закладываем взрывчатку. Вот этих бы еще не потерять, было бы так хорошо. Давай отходить тогда. А взрывчатку будем сюда закладывать, ребята? Ага, спасибо. Взрывай. И отходим. Хорош. Достижение дали нам, бомбермен. Дробовики сюда давай тоже, поехали. Вперед. С дробовиками, парни. Вы это умеете, я знаю. Ну слушай, ачивку получили, в принципе, можно уже двигаться дальше. Так, наемникам тут тоже весело. Пусть развлекаются. Мы не против. Так, инженеров осталось два отряда, и они побитые сильно. Блин, сейчас будет дробовичок. Да, дробовичок? Поехали. Обожаю дробовики. Лучшая тема, что есть у мобильной пехоты. Так. Взрываем это дерьмо здесь. Дробовики. Офицер тут нам поможет, я думаю, да? Поможет же. Боже, как их много. Ну, вроде справляемся. Так, логово сейчас поджигаем еще. Хорошо. Двигаемся дальше, парни. Так, слушай, тут припасы есть, это хорошо. Наемники пока тоже застряли. Но они что, бесконечные или что? Ну что, бессмертные? Не совсем понимаю. Да блин, где? Кто? А, еще одна срань. Прекрасно. Так, инженеры, давай сюда. Тут вызываем подкреп, сейчас будем взрывать эту срань. Хотя, может быть, и так постреляем, я не знаю пока. Вроде так нормально идет. Гранату туда давай оформим. Инженеров бьют, суки. Блин, я реально всех не могу проконтролить. Так, проба добычи грунта. Минута. Угу. Вот какая мразь там стреляет по мне издалека. Ладно, давай отойдем. О, вижу. Так, защитите действующий бур. Защитим. Это наша работа. Блин, тут парни горят. И автоматчики горят, кстати. А почему пополнения не было? Алло. Пополнение, быстро сюда. Ёб твою налево, ты глянь на это дерьмо. Так, быстро дробовики сюда. Блин, да пополнения не было, я не верю. Какого хрена? Командир! Командир! Подкрепы сюда быстро. Как же они нас жгут. Да-да, вы молодцы, парни, я согласен. Вы крутые. У меня тут парни горят. Отовсюду. Просто пиздец какой-то происходит, мягко говоря, на постном масле. Вот, все, сгорели, ребята. Пехота МК-2 открыта. О, давай сюда этих ребят. Ладно, не давай этих парней сюда. К следующей цели. У нас командир сдох, пока вы тут к следующей цели говорили. Блин, да что ж их так много-то, а? Как тут жить-то? И они же они еще стреляют, сука, отовсюду. Блин, корабли не все. Нам очень нужны дропшипы. Так, МК-2, пехота, поехали.
туда, в гнездо стингеров два разряжаться. Ну слушай, они реально мерзкие, эти стингеры. Они типа маленькие. Так, все, одно гнездо развалили. Ну хоть что-то. Сейчас еще командира опять вызовем. Ну блин, мы тратим ресурсы на это, да? Не самая лучшая идея. Но мы хотя бы выжили. Так, 2-4, еще 2. Так, наемники пошли вперед, но я рад за них. Нам бы сейчас развалить эту срань. Во, отлично, наконец-то. Так, давай сюда командира. Думаю, инженера одного отряда нам хватит. И я знаете, что сделаю, ребят? Сделаю сейв, потому что что-то как-то, да, жопку поджимает. 3, 2, 1. Я найду это сохранение, если что. Да, жопа поджигает эта миссия прям. Ну, особенно поджигает, знаете почему? Потому что ты, типа, спешишь. Пытаешься успеть быстрее найти гребаных наемников. У тебя нифига не получается, и ты допускаешь глупые ошибки. Так. Там наемников все хорошо. Не зевай, федерал, наши сейсмические сенсоры засекли возле вас что-то крупное. Блин, только не танкер, пожалуйста. Только не танкер. Мы мобильная пехота, настоящие солдаты. Справимся с чем угодно. Ну, наверное, да. Конечно же, танкер, естественно. Естественно, блин. Кто же еще здесь может быть, как не гребаные танкеры? А нам их нечем, кстати, валить. Это такая из небольших неприятностей, да? О боже мой, вот и они. Слушай, а нам реально их нечем валить? А, горим! Давай сюда вот этой херней. Гранатометы, парни. Так, все, вы отвоевались, можете отходить. Так, офицер. Больше урона. Автоматчики, работаем, что стали? Ой, сейчас будет больно кому-то. Кидайте гранаты туда, пожалуйста. Ну, хотя бы гренки киньте, уже будет хоть что-то. Так, можно вам отходить. Ну, слушай, автоматчики обычные, да, справляются с проблемами неплохо. Ну, единственное, что неплохо только, да? Все, дело сделано. Так, эти пополнены. Все, погнали. Радиостанция. Вы чините бур? Поехали. Ой, я чувствую, тут сейчас будет такая драка хорошая, прям знатнейшая. Так, автосейв. Отлично. Вон там логово жгов, кстати, не довалили. Давай я добью. Они вообще на похер, кстати, идут, им насрать. Бур готов к, к запуску. Включаем. Бляха, муха, с двух сторон, ё-моё. А мы можем ставить? Нет, к сожалению, не можем. Ну что ж, будем терпеть. Как обычно. Ну, понеслась моча по трубам. Начинаем. Дробовики сюда. Ну, автосейв тут, кстати, очень даже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, танкер. Давай сначала стингеров, ребят, это самое пока что мерзкие. Пока что самое опасное. Огнеметчики против огнеметчиков, прикольно, да? Так, давайте, помогайте, ребята. А, горим, инженеры горят. Отходим. Ну, парни, тут, конечно, бомбическая миссия. Просто бомбическая, ничего не скажешь. Под крепу сюда, быстро, вашу ж мать. Блин, как же все горят. Под крепы не вызывается почему-то. Да вашу ж мать. Огнеметчики горят. Давай работаем. Хотя бы одного развалим. Ну, уже хоть что-то будет. Тут хотя бы одного танкера убить уже будет, знаете, как легче. В разы. Я не знаю, тут надо реально одним отрядом бегать тупо. Байте, так сказать. И все. Все.
Блин, я просто в ахере, если честно. Вызвал подкрепление, оно сдохло. Просто ни черта не успеваешь сделать, все горят. Ну и как это? Как? Тут все мои парни сгорели, очевидно. Я не знаю, правда, вот этот отряд остался один-единственный. Типа, я не понимаю, что мне тут делать? У меня тут два гребаных танкера, с которыми ты не сделаешь ничего. Вот как убивать танкеров? Двух! Ладно, одного, но двух, сука, как их убивать? Что это за пиздец? Дайте мне ракетчиков. Почему ракетчиков вы не даете? Почему не даете ракетчиков, уроды? Это базовый юнит против танкера. Я не могу сражаться обычными автоматчиками против танкеров. Но, видимо, как-то могу все-таки. Кошмар. Все просрали, конечно, но... каким-то раком мы еще живы. Я не знаю, как мы еще живы. Но, кстати, наемники меня все равно опережают. Они уже на четвертом буре. А как тут успеть, непонятно. Так, ну попробуем. Но они просто уже дефают, да? Ну, по идее, они уже, да. Нет, бур выключен, написано. Но все равно, нам надо еще пробиться сквозь орду этих уродов. Не так все просто. Тут не так все просто, надо еще пробиться. Так, давай еще таких ребят. Ну и таких тоже давай, чего бы нет. Так, автоматы, помогаем. Гранаты туда тоже давай. Гранатометы, все сюда. Так, боевой офицер там вообще молодец, кстати. Глянь, что он творит. Как далеко достает, так сказать. Так. Опа, еще МК-2 пехота, отлично. Вот этих ребят я всегда рад видеть в наших рядах. Так, продвигаемся вперед. У нас там спереди, так сказать, еще куча проблем. Огромных проблем. Там жуки огненные, так сказать. У них все огонь. Так, вы давайте с этого фланга. Нам надо еще построить бур. Ну, наемники там тусят. Я не знаю, типа... мы быстрее вряд ли уже будем. Наемников. Они первее все равно здесь оказались. Так, ребята, вы можете рассосаться? Директор, это капитан Джао. У последней точки мы обнаружили большой улей жуков. Бляха, муха, опять эта тварь. Полагаю, источник активности архивно в этом секторе. Зачистите его. Теперь это ваше основное задание. Спасибо. Рад это слышать. Отлично, мы сделаем работу. И сдохнем в процессе, чувствую. Ну отходите. Так, валите последний улей. Хорошо, сделаем. Не факт, что будем живы в процессе, но мы сделаем. Народу у нас тут вроде как хватает сейчас. На одного-то танкера. Нормально, живем. Так, ну что, теперь у нас гонка отменяется, да, так я понимаю? Ну, я только рад это слышать. А, наемники нам еще помогают. Ну, ребят, вы там развлекайтесь. А я пойду пока подкрепление закажу. У нас куча дел здесь. Чильте там сказать, так сказать. Вы меня поторапливали, вы мне говорили, что я такой урод, типа, нехороший человек. А теперь вот вкусите, так сказать. Тестю all medicine. Так, там их туннельчики, да? Ну, кстати, туннели контролить надо. Так, подкрепа, давайте, парни. О, это надо. Это классная тема. Давай секатор. Или секач, как он там называется, способность это. А если наемники зачистят улей, типа, это будет считаться как, ну, победа всей миссии? Насрать же, кажется. Ну, типа, с одной стороны, должно быть похер. Да, к Стингерам ближе. Ну, блин, они померли, уже секач не работает. Я так не играю. Так, подходим ближе. Не стесняемся никого и ничего. Сейчас мы тут гнездо Стингеров развалим. Это самая опасная срань. Даже гнездо вот этот улей не так опасен, как гнездо Стингеров. Они опаснее, поверьте, ребята. Я знаю, о чем говорю. Я из мобильной пехоты. Мы не такое дерьмо видели.
Мы и не такое дерьмо здесь видели. Так что поверьте, я знаю, о чем говорю. Так. Все, вперед, двигаемся. Офицер. Так, ну вы давайте отсюда пройдите. Кстати, да, неплохое место. Да ё-моё, опять танкер, вы что, прикалываетесь? Отходим! Если не отойдете, будете гореть. Так, туда плюс урон. Так, парни, рассосались. Гореть на гейзерах не лучшая идея, поверьте. Гранатку туда. Ой, как все горит! Так, ну танкер сдох. Это из приятных моментов. Там что, еще один? Нет, там туннель был. Так, ребята, помогаем. Ну, слушай, тут какая-то жесть, а не миссия, прям реально. На контрасте, да, типа, первая миссия такая релаксовая, прогулка в парке, а тут началось. Сейчас там туннель жуков надо еще чистить, походу. Поехали, вот вы этим займетесь, инженеры. Так, а мы тут будем чистить гнездо стингеров. Мерзких, мразей таких, маленьких. Давай сюда, офицер помогает всем. Блин. Ну, МК-2 пехота, не умирайте. Живые вы более полезные, поверьте. Так, все, готово, да? Ну что, чистим улей тогда. Если здесь еще какие-то туннели не вылезут. Ну, вроде нормально, должны успеть. А что, вы не чистите улей? Вам за это не платят, да? Ну, какие вы двуличные мрази. Я вам еще покажу, где жуки зимуют. Ребята, а быстрее вы не можете? Слава богу, там уже шкала приближалась. Верхняя часть пещер зачищена, но вглубь гор уходит разветвленная сеть туннелей. Для полного уничтожения такого огромного улья нужны значительные подкрепления. Директор, в моей команде есть ядерные техники. Дайте мне пару боеголовок, и я переверну это место за час. Хорошо. Я добавлю уничтожение улья в ваш контракт. Капитан Джао, можете отвезти своих солдат. Ну что ж, дело сделано. А, мы с дробовика не развалили, да? Стингеров. Ну, кстати, это, я думаю, может быть, потом поделаю. Вне кадра. Ачивки интересные. Ну что, ребят, на этом, в принципе, все. Продолжим прохождение кампании «Бурлящий ад» и, в частности, миссию 3 «Выжженная земля». Мы уже в следующем видео. Так что, если вы не хотите это пропустить, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте переходить по прекраснейшим ссылочкам в описании. Заходите к нам в группу во ВКонтакте, в Дискорд канал и на Twitch, где мы стримим всякое стратегическое и не только. На этом все. У микрофона был самый лучший мобильный пехотинец Мистер Чейзер. Мы с вами увидимся в будущих видосах на нашем канале. Всем пока, жители Федерации!